Если у вас 40-е и 41-е ворота определены, это земная любовь. 40-е ворота — это зарабатываем любви, да, дающей любви. Это когда человек приносит все, да, своей семье, своим любимым людям, такая щедрая любовь, да, безвозмездно, да, он просто отдает от души, да. Если он заработал, он отдал всю семье. А если он в ложном, тогда он будет предъявлять претензии, да, я вот принес, а ты мне ничего, вы мне ничего не даете, тогда он будет в ложном. Потом 41-я любовь, 41-е ворота — это у нас ворота мечты о любви, это жаждущий мечтать о любви, как он видит, да, вот это все, он постоянно мечтает,